Здравствуйте! Наступило время, когда мы все дружно забываем о политической ситуации, обо всех событиях минувшей недели, о тревогах и волнениях за будущее. Мы располагаемся поудобнее и вместе смотрим на мир новым взглядом. Обещаю, хотя бы на полчаса хорошее настроение вам будет гарантировано. Мужская забава – игра в солдатиков. А житель Селидова Андрей Бондаренко не просто их коллекционирует, а еще и разукрашивает. Путь к сердцу женщины лежит через цветочного мишку. Тренд этого сезона – цветы в форме игрушек. Девушки в восторге. Огонь, пулемет и храбрые мужчины. Команда фаерщиков. О секретах зрелищных номеров и о том, какую цену платят они за игру с огнем. Шевченко – это наше все, а его мечты об Украине до сих пор не дают покоя его почитателям. Поцелуй с крокодилом и африканские страсти на Донецкой земле. Наш репортаж о том, как хорошо живется кенийским акробатам в Украине. Сказка о стойком оловянном солдатике – одна из самых любимых среди детворы. Смелый и отчаянный воин, хоть и был сделан из олова, но обладал отважным горячим сердцем, пожертвовав собственной жизнью ради любимой. Герой нашего первого сюжета сказку из детства перенес во взрослую жизнь. В коллекции жителей Селидова Андрея Бондаренко более 600 солдатиков из олова. Мужчина не только коллекционирует бойцов, но и придает им боевой раскрас. Пожалуй, все мальчишки в детстве имели свою армию солдатиков. Из пластмассы или железа эти маленькие герои дарили вам возможность провести собственный бой со своей военной стратегией и, конечно, победой. Житель города Селидова Андрей любовь к этим игрушкам сохранил до сих пор. В его коллекции около 60 оловянных солдатиков, каждый из которых разукрашен руками мужчины. Зашел в магазин. Вот, и увидел вот такое вот, получается, оловянное творение. Вот они мне понравились. Поначалу купил себе одного солдатика, чтобы попробовать. Был у меня Вещий Олег, самый первый мой солдатик. Ну, потом у меня, получается, я его попробовал покрасить. У меня не получилось. И я несколько задвинул это свое увлечение, скажем, на несколько месяцев. Может, 2-3 месяца вообще на него не смотрел. Решил попробовать еще раз. Купил еще два солдатика. Потом уже понравилось, не получилось все. И уже... тянулся я. Изначально Андрей просто разукрашивал оловянных солдатиков. Но потом решил, что гораздо интереснее будет нарядить своих воинов в одежду, которая бы полностью копировала обмундирование солдат прошлых лет. Так постепенно родился и неподдельный интерес к истории. Теперь, приобретая очередного бойца, Андрей сначала тщательно изучает его историческую принадлежность и только потом разукрашивает. По большому счету, все начинается с средних веков. Средних веков, может, даже и Древний Рим. Начиная Древняя Греция, Древний Рим, Спарта. Потом уже постепенно переходит это все в средние века. Начиная рыцари, тевтонцы. Вот. После этого уже там идет Наполеоника, в частности. То это уже времен наполеоновских войн. Начиная вот гренадеры, дальше мушкетеры. Ну, мушкетеров, правда, не было в Наполеонике, но тем не менее. Вот. И потом уже, в принципе, у меня их нет, этого идет уже Вторая мировая война. Среди витязей Андрея есть несколько исторически подлинных фигур. Интересен был эпизод с одним солдатиком, сейчас я не точно даже не скажу его имя. Вот, и он, по большому счету, был самопровозглашенный правитель Великобритании времен еще Цезаря. То есть, когда он попал, получается, в Великобританию, он провозгласил себя полным, скажем, властителем Великобритании и уже... творил свою историю. Вот это было интересно. То есть, по большому счету, мне это было неизвестно изначально. Для того, чтобы разукрасить одного бойца, у Андрея уходит от одного дня до недели.
эта скрупулезная работа требует немало выдержки. Мастер старательно прорисовывает черты лица, но краска не всегда готова подчиняться. А потому иногда, чтобы нарисовать, к примеру, глаза, художнику приходится делать несколько попыток. Было такое, что глаза пришлось перерисовывать от 3 до 4 раз. Вот раз, вроде бы нормально получилось, а потом, когда фигура подсыхает, все-таки краска немножко растекается, может такое у нее быть свойство. Вот это буквально видно через, часа через 2-3. Если вдруг, например, что-то не получается, то можно желательно сразу стереть свои огрехи и поверх нарисовать уже более правильный вариант. Необычное хобби действует на мужчину как релакс. Несколько часов за росписью солдатиков возвращают Андрею душевное спокойствие после насыщенных рабочих будней. Я могу несколько отойти от насущных проблем, то есть прийти домой, сесть спокойненько за стол, достать краски, кисточки и заняться именно тем делом, которое позволит мне несколько абстрагироваться от окружающего мира. Среди его друзей, к сожалению, пока нет союзника в этом непростом увлечении. Эксклюзивное хобби Андрей пока познает в одиночку. От увлечения мужчин к женским слабостям. Цветы в нашей жизни всегда ассоциируются с праздником. Сегодня очень модным стало дарить не просто букеты живых цветов или неповторимые композиции, созданные флористами, а и совсем необычные такие запоминающиеся игрушки из живых цветов. Этот вид цветочных презентов пришел в Украину совсем недавно. Именно поэтому подобные подарки до сих пор являются редкостью. А вот дончанка Юлия Сербулова научилась профессионально создавать игрушки из живых цветов. Как же она это делает? Сейчас увидим. Сегодня фигурки из цветов стали отличной альтернативой традиционному подарочному букету. Даря необычные игрушки, мы преподносим человеку не просто подарок. Мы дарим ему положительные эмоции. А что может быть важнее? Именно так считает дончанка Юлия Сербулова. Вот уже несколько лет экономист по образованию, Юля увлекается созданием игрушек из живых цветов. Мне нравилось что-то делать своими руками. Я давно этим увлекаюсь, а непосредственно цветами появилась идея заняться 2 года назад. Мне давно это привлекало, просто хотелось получить какое-то образование. Как бы сама я так кустарным способом что-то делала. Вот. И потом нашла школу хорошую. Мне очень понравилось это в Москве. Николь называется. Вот. И я прошла там обучение, приехала. Дизайн такой фигурки подбирается или разрабатывается индивидуально под любой случай. Каждому человеку подойдет своя фигурка из цветов, от милых мишек до цветочной модели авто. Форма таких скульптур из цветов воистину неисчерпаема. В основном используют для работы хризантемы различного вида, в зависимости от того, чего закажут и на что будет способна твоя фантазия. Хранится где-то, наверное, около недели в целом, то в зависимости от свежести цветов, от вида цветов, допустим, светлые цветы начинают немножко темнеть, поэтому меньше срок хранения. А так, да, где-то в районе недели, наверное. На создание такой игрушки у девушки уходит не менее 3 часов. Цветочные фигурки составляются исключительно из свежих цветов, которые крепятся на специальную влажную основу «Оазис». Каждый цветок предварительно напитывают водой. Так он прекрасно держит влагу, и при соблюдении простых правил ухода игрушка из цветов простоит неделю в абсолютно свежем виде, радуя своего обладателя каждый день.
Вначале я вырезаю все ручки, ножки, лапки, носик, ушки, скрепляю все. И потом непосредственно начинаю работать с цветами. Мишки, зайки, котики или даже персонажи мультфильмов. Фантазия автора просто удивительна. Ну, чаще всего я делаю мишек. На свадьбу это обычно заказываю двух мишек на сердечки у жениха и невесты. Ну, не примерно такого же размера. Из необычного в основном так стандартное делают, там, может быть, какие-то дракончики, слоники. Ну, то есть, как-то особо необычного еще не сталкивалась, но хочется очень что-то сделать. Игрушки из цветов живут намного дольше традиционного букета, а значит, способны дарить больше радости своим обладателям. Если правильно ухаживать за игрушкой, то она простоит от 7 до 10 дней. Лучший температурный режим для фигурки из цветов – 18-20 градусов. Игрушка не должна стоять под открытым окном или на сквозняках. И маленькая подсказка – мишки и зайки очень любят холод, поэтому по возможности ставьте их на ночь в холодильник. И цветочные зверушки будут вам очень благодарны. Испокон веков огонь привлекал человека. Этот красный цветок мог стать не только другом, но и врагом. Он не любит, когда с ним шутят и до конца не подвластен людям. Хотя герои нашего следующего сюжета все же пытаются присмирить его. Команда фаерщиков «Пиромания» создает уникальные зрелищные номера, где огонь становится главным действующим лицом. Целые театральные постановки с огнеметами и горящими геометрическими фигурами. Зажигательные трюки – и все это в нашем следующем сюжете. Когда-то эти ребята были капитанами разных команд фаер-шоу. Но стремление сделать невероятное представление, которое сможет с первой секунды зажечь зрителя, заставило молодых людей объединиться в одну команду. Так появилась донецкая группа «Пиромания». За 4 года существования ребята от простых элементов огненного танца значительно эволюционировали. Сергей Парицкий в этом году стал лучшим в мире бризером по выдуванию огня. На международном огненном фестивале, который проходил в Киеве, парень обошел известного во всем мире француза. В этом году просто посчастливилось встретиться с французом Андре Дасом, которого я вот очень ждал, очень хотел с ним уже наконец-то потягаться. Вот, его как бы считают все-таки... считали самым сильным в мире бризером. Вот, ну, в этом году мы с ним увиделись, народ сказал, что у меня лучше получилось, да. Сейчас выдуванием огня я не занимаюсь, потому что осенью случился небольшой инцидент. Загорели, Сереж? Нет, загореться – это самое маленькое, чего стоит бояться. Мне горячая жидкость попала в легкие, вовнутрь, и очень сильные последствия были. Двустороннее воспаление, месяц в больнице. И вот после этого вы все равно будете этим заниматься? Нет, огнем дышать я пока не хочу, поэтому мы как раз после этого сделали огнемет. Изюминкой выступления команды стали огнеметы. Зрелищная стрельба огнем вызывает у зрителей восторг. В целом, к огненным представлениям у людей разное отношение. Сегодня фаер-шоу успешно замещает традиционный праздничный салют. Захотелось большего. Захотелось показывать то, что никто не показывает, то, что зрителю будет очень нравиться. Огнеметы есть еще у пары коллективов в Украине, но немножко другого плана, наверное, более привычный огнемет. То есть
держит в руке одно сопло, да. Вот, таких, как у нас, огнеметов, ну, это именно, скорее всего, наша разработка. Эксклюзив ваш, да? Ну, мы, наверное, подсмотрели все-таки это на концертах Рамштайн. Вот, захотелось нам с каждой руки по 4 метра пламени выпускать. Очень большие возможности открываются, то есть можно не просто выходить и пыхать. Вот нас вдвоем, у нас 4 огнемета на двоих, мы можем под музыку какой-то визуальный эффект сделать, волну пустить, эквалайзер и так далее, и так далее. То есть это прикольнее намного. Помимо подготовки зажигательного в прямом смысле этого слова шоу, ребята готовятся еще к невероятным рекордам. На конец этого года мы хотим снять ролик и отправить его в Книгу рекордов Гиннесса. Мы хотим побить мировой рекорд по горению человека. Вот, он в данный момент составляет 5 минут 45 секунд. Вот, мы хотим разогнаться на 6-7 минут. Человек будет гореть в одежде? Человек будет гореть в специальном защитном костюме. Он будет промазан специальным защитным гелем, вот, в маске с автономной системой дыхания. И, в общем-то, мы хотим побить рекорд американцев. Когда мы показываем номер с горящим человеком, то мы его не тушим, мы спокойно ждем, пока он попросту догорит, потому что жарко в нем не становится, он бронебойный. Фаер-шоу уже давно заняло свою нишу в Украине и является популярным развлекательным жанром. Конечно, не стоит забывать о мерах предосторожности. По словам ребят, у них всегда с собой пару огнетушителей, но, к счастью, они еще ни разу не были применены, что говорит о профессионализме команды. В 2014 год знаменателен для всего украинского народа 200-летним юбилеем со дня рождения великого поэта, прозаика, художника и этнографа Тараса Шевченко. В эти дни о легендарной личности было рассказано и показано немало, но сегодня мы хотим показать вам нечто необычное. В выставочном художественном центре «Арт Донбасс» для дончан и гостей города представлен проект арт-группы «Ивановичи». Монументальное полотно «Шевченко и время», которое поможет нам увидеть историю Украины времен Тараса и его мечты о стране. В Арт-Донбассе открылась удивительная экспозиция, приуроченная к юбилею великого кобзаря «Шевченко и время». Она состоит всего из одной картины, но зато какой! Полотно журналисты Донецка назвали маленьким дачным участком. Картину создавали художники общества «Ивановичи». Мы решили в 200-летие Шевченко подготовить такую работу, скажем так, в рекордно короткие сроки, буквально за 40-50 дней. Картина, конечно, поражает своими масштабами и яркостью. На полотне все символы Украины – крестьяне, гайдамаки, валы, церкви и, конечно, калина – все переплетается в одну сюжетную линию. Хотя по духу и эмоциональному настроению, по словам художников, картина мало чем отличается от дня сегодняшнего. Донести то, что за 200 лет проблемы украинцев не изменились, и те проблемы, которые отражались тогда, они остались и сейчас. И то, что история должна учить нас чему-то, учить все-таки единению, наверное, так. Что исторические примеры показывают, что украинский народ сильный только когда не вместе. Все полотно наполнено образами, в каждом из которых своя харизма. Цветовая гамма тоже национальная. Желтый и голубой цвета встречаются чаще остальных. Мы остановились на том, что почему нельзя, допустим, не показать Шевченко вот в народной массе. Вот это народная масса, вот это вот видите, там серенькие стоят. Показать ангельский народ белоснежный такой вот вокруг, понимаете? Показать наивный украинский пейзаж. Его ж не сравнишь ни со Смоленским, ни с Воронежским, ни с чем. Ну объять всю Россию похожего... Без вербы и калины нет Украины. Народ-труженик, он косит, скотинку кормит. Вот. Потом постоянное давление со стороны. Опять же, мальвы, подсолнухи, пшеница, это ничто. Даже такая мелочь, вот смотрите, гайдамаки скачут по траве, так? Гайдамаки – это крестьянские дети, они пшеницу топтать не будут, они ее объедут по тропинке, но лететь по пшенице не будут. Такие мелочи, казалось бы, да? Но это умная картина, почему? Потому что мы обсуждаем буквально каждую деталь. Мелочь, не как нарисовать, а именно сама вот это вот подход, да.
Владимир Голощапов рассказывает, что при написании картины использовали технику «академический авангард». Наш главный художник, Голощапов Владимир Иванович, он мыслит вообще масштабно. Он не любит маленькие размеры вообще. То есть для того, чтобы показать всю масштабность, всю монументальность, весь драматизм ситуации и всю деталировку, как ему хотелось бы, это только общий, только большой размер. После Донецка уникальная картина отправится во всеукраинский тур. Любите неповторимые трюки и выступления экзотических животных? Тогда вам в цирк. В Донецк приехал золотой цирк Африки. В программе выступления лауреатов международного фестиваля артистов цирка в Монте-Карло группа невероятных акробатов Kenya Boys, а также единственный в мире аттракцион с участием крокодилов-гигантов «Египетский гамбит» под управлением известного, но уже украинского дрессировщика Юрия Матвеенко. Все видела своими собственными глазами Татьяна Намазова. Что такое цирк? Радость, смех и счастье. И, конечно, это невероятный труд и талант. Наверное, нет другого такого места на Земле, где воедино собрано столько видов искусств. Вот и программа цирка, которая сейчас гастролирует в Донецке, поражает своим разнообразием. В ней принимают участие артисты из Африки, России и Украины. Их невероятные номера способны покорить сердце любого зрителя. Поразил своим талантом нашу съемочную группу оптимистичный и энергичный дрессировщик крокодилов Юрий Матвиенко. За 10 лет работы с этими хладнокровными и опасными животными дрессировщик ни разу не пожалел о своем непростом выборе. Я в цирк попал 10 лет назад, но уже почти 11, совсем случайно. И поначалу я работал обычным монтировщиком, собирал бассейны вот для этих крокодилов. После я перешел в ассистенты и 5 лет работал ассистентом. Ну и как бы естественно все это время тоже наблюдал. А потом как бы пришло время и стал дрессировщиком. Средний вес хищников составляет 150 килограммов. В длину они могут расти до 5-6 метров. Живут около 100 лет. Кормит Юрий своих подопечных один раз в неделю мясом или рыбой. А вот привыкание друг к другу произошло далеко не сразу. Поначалу, конечно, очень было страшно. А я не знаю, сейчас, как бы уже, наверное, привык. И понимаете, у каждого крокодила определенно есть свой характер. Как бы, естественно, это все смотрится со временем, это все не так уж быстро, как бы хотелось бы нам на самом деле. И как бы привыкай, ну, смотришь, что один может, что другой. Поначалу, когда начинали работать, еще ну, там, лет 7 назад, еще были крокодилы, все замотанные пасти, надо было привыкнуть, потому что они все были с дикой природы. Мы их купили, когда 10 лет назад еще. В Израиле купили. На ферме крокодиловой. И изначально, да, как бы пробовали заматывать. А потом со временем, как бы, надо же чему-то стремиться. Опасные, ну, бывали, кусали, конечно. Все бывает, но без этого никак. На манеже нильские крокодилы и миссисипские аллигаторы длиной от 3 до 4 метров поддаются гипнозу, делают стойку на хвосте. Юрий целуется с крокодилом-гигантом и ездит на нем верхом. А вот самый опасный номер – голова человека в пасти 4-метрового аллигатора. У крокодила все на инстинктах, по большому счету. Он не будет делать определенные команды, если ему не захочется. Группа акробатов из Африки Kenya Boys, которая поражает своими невероятными постановками, существует уже 8 лет. 7 акробатов в возрасте от 25 до 38 лет выполняют зрелищные трюки так легко и непринужденно, будто играя. In
В нашем шоу есть забавные трюки и развлекательная программа с сюрпризами. А когда мы делаем пирамиду, это выглядит очень опасно, но на самом деле совершенно безопасно. Акробаты проползают под огненными стрелами, расположенными на высоте 20 сантиметров от земли. Строят пирамиду из людей высотой 8 метров и выполняют множество опасных трюков. Идеи приходят, когда мы тренируемся. Мы становимся креативными, пробуем и создаем что-то новое. Для них цирк – это работа, развлечение и жизнь. Ежедневные тренировки по несколько часов, сложные опасные трюки и, конечно же, благодарные аплодисменты зрителей являются стимулом для создания новой удивительной шоу-программы, которая способна покорять сердца вновь и вновь. Наша программа подошла к концу. Я надеюсь, что мы вас не разочаровали и подарили хорошее настроение. Сохраните его до следующей встречи. До свидания. Чем же все это кончится? Будет апрель. Будет апрель? Вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.